Guten Abend. Это неделя моя. И на этой неделе мне повезло. Все мусорные тонны, мультоны мои. И черная, и зеленая, и желтая. Так что идем вывозить. Дежурный по подъезду берет тонну. Они тяжелые. Я даже поднять не могу. Разворачивают. И везем на дорогу. Завтра где-то в 7 утра, 6:30 заберут. Вот такая моя задача. Также моя задача замести листву, помыть подъезд и завести тонны назад. Вот еще одна. Сейчас буду вывозить вторую. Вот специальные ручки. Наклонить надо и вести. Листвы много, но можно подмести в конце недели. Сегодня вывожу черные, завтра завожу. И завтра вывести зеленые. Вот так мне повезло. Вот так вдоль дороги выставляют все мусорные баки. Утром заберут. Утро начинается с чашечки кофе и почты. Так, сейчас распакуем. Ну это точно толстенький, это чехол или защитная пленка. Ага. Так, вот такой чехол я заказала для нового гаджета. Только чехол пришел. Пока один чехол. Завтра, значит, придет пленка. Ну, такой приятный на ощупь, как бархатный. Спасибо. Так, это нам пришли карточки Банхофа, скидочные на покупку билетов на поезда. Одна мне, вторая Ане. Вот, будем покупать билеты по скидке 25%. Очень выгодно. И большое письмо. Распечатка социальных выплат.
на следующие полгода, так как мы здесь уже живем полгода. Вот такая почта. Здесь очень актуальна переписка, писанина писем. Так что привыкаем. Ларе будет в субботу фестиваль хризантем. Вот здесь такой дракон из цветов. Еду по центральным улицам домой. Такие здесь интересные деревца, даже не деревца, а вазоны. Общий вид, как будто дерево. Но это свисающие такие лианы. Сегодня вывоз черных тонн мусора, поэтому все выставляют возле выходов мусорные баки. А завтра зеленых. Мне задание вывести наши мусорные тонны. Вот, еще раз вам показываю, какая большая здесь конструкция. В субботу придем. Здесь тоже от Европа парк. Все готовятся к фестивалю хризантем. Вот такая композиция. Арка, фотозона и море хризантем. Здесь тоже подготовка полным ходом. Вот такая красота. Все готовятся к фестивалю хризантем. Зеленстрой, Лара, работает. Вот такая вот прекрасная погода. И мама возвращается за тонны, отвозит черные тонны, мюльтонен, обратно. И вечером будет относить зеленые. Сейчас нужно отвезти черные. Привезла. Мы дежурим по подъезду, поэтому нужно заниматься тоннами. Вот. Отвозит. Приехала с курсов. И теперь нужно разобраться с черными тоннами. Я вернулась с моей школы. Завтра у меня экзамены будут. И вот, я готовлюсь, а мама возит тонны. Вот осень, как будто не ощущается, что осень. Так тепло сейчас. Уже почти ноябрь, а не чувствуется того, что холодно. А вот мама уже закончила и возвращается. Такая красота. Мое дежурство продолжается. Иду возить зеленые тонны. Вот соседний подъезд уже вывез. Теперь я. Зеленые тонны. Это бумага. Зеленые тонны тяжелые.
Тут и картон, и бумага. Тоже надо выставить вдоль дороги. Вот тонны соседнего подъезда. И рядом ставим наши. На подъезд по 3 тонны. Вот стоят друг за дружкой с 2 подъездов. И завтра также будут вывозить пластик. Каждая квартира пакует желтый кулек и выносит вот на кучку. Сейчас я пойду посмотрю. У нас, по-моему, еще не полный мешок. Теперь можно завести велосипед в келлер. И еще один день заканчивается моего урлауба. Сейчас велосипед поставлю в киллер и будем отдыхать. А вам всем доброго вечера. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем мира, добра, благополучия. Чусь!